4 октября. Море, во. Чуть-чуть холодное. Вот, на столечко холодное. Никогда не рассказывал, как у нас в России. Всегда рассказывал только, как за границей. Ну, вот вам октябрь. Можно покупаться. Попить горячий чай. Всегда отстаивал Краснодарский край. Что не надо никуда ехать. Можно с таким же успехом купаться у нас. Надеюсь, вы услышите. Конечно, безобразие происходит на станице Благовещенская, на косе. Нельзя запарковать машину вообще нигде. Все территории просто оккупированы какими-то мудаками. Люди закрывают сезон. Сейчас погодка, что и дождик пойдет. Это Бугайская коса Благовещенская. А вот это мусор, в котором надо отдыхать, сидя на пляжу. И еще за это они хотят, чтобы мы платили деньги. Потому что нельзя нигде припарковаться. Все отцеплено какими-то частниками. Хочешь паркануться? Заплати деньги и иди на грязный пляж. Мудаки, которые не хотят работать.